Всем доброе утро. Ой, why is it so loud? Джошуа. У меня очередной урожай на сегодня. Вот этого я даже не видела до этого. И так, о-о, что это у меня такое? Я от этого кустика вообще ничего не ожидала. И тут бум. Так что. Хочу показать вам сегодняшний образ дня. У меня черная юбка такая гофрированная. Посмотрите на эту футболку. У меня моя начальница с группы, русская мама, прислала такой подарок, ну, всем модераторам и админам. Вот такая у меня матрошка, понимаете? Красота. У нас в группе исполнилось 5 лет совсем недавно. И вот мы так празднуем. В общем, я вспомнила, что за машины платить надо последний день. Вспомнила благодаря своему блогу. За 3 или 2 года назад. Не имеет значения. Но очень. Спасибо влогам. У некоторых есть календари, а у некоторых людей есть блоги, которые они пересматривают. И там я говорю, ой, мне надо заплатить за машину, потому что потом будет штрафной. Я так, о, хорошая идея, Марина. Так что еду оплатить машины в кредитную компанию. Хотела бы я еще заехать в одно место. Есть у нас еще одно место, но не такое, не тоже популярное. Знаете, вот это Party City, как мы ездили, оно в каждом штате есть. А у нас есть вот именно местный магазин, и вот таких всяких, посвященный для всяких вечеринок, да, вот таких тематических. И я думаю, что если съездить туда, посмотреть, если у них есть Miraculous. Я пока еще с Trinity не говорила, что мы найти не можем эти украшения, чтобы попытаться ее подтолкнуть в другую тему, в другую, другой мотив для ее дня рождения, но посмотрим. Перед тем, как ее расстраивать, хочу все-таки посмотреть, что есть. Ладушки, едем в кредитную компанию. И, кстати, хотела еще сказать, с утра к нам позвонили со школы и сказали, спросили, будем ли мы записывать детей обратно в школу или нет. Я сказала, вы знаете, мы еще толком не решили. И, в общем, они попросили, чтобы мы сделали наше решение до 15 числа. Потому что это в то время, когда им надо как раз рассылать все эти бумажки на подпись родителям, где согласовывается финансовый план оплаты. Не только согласовывается, ну, мы ставим подпись, что да, мы согласны на такие условия. Дэнни говорит, нам надо серьезно посидеть и поговорить на этот счет. Честно говоря, они высылали некоторый план, как это все будет происходить в школе. Это, ну, это не будет 100% школа, как, к которой мы привыкли. Будут разные предосторожности насчет коронавируса. И я, честно говоря, даже не представляю, как вот маленький ребенок будет сидеть в маске, если это вообще возможно. Хотя они не совсем про маски сказали, но я, честно говоря, я не знаю. Они сами еще толком не знают. Они типа сказали, мы работаем над этим делом, мы еще, в общем, сами толком нифига не знаем. Как-то узнаем, вам дадим знать. Вот и решайте, да? Ой, ладушки. Еду. Ладно, жду. Я уже послала, кстати, здесь ATM. Как раз я с карточкой, которая у Дэнни по безработице, я могла отсюда
снять деньги и сразу заплатить. Так что обычно я езжу, чтобы снимать с нашего счета. Это надо наше особенное ATM, чтобы не платить экстра деньги. Так что на этот счет мне повезло. В общем, жду. Я им послала. Жду ресита, чека, что все сделано. В общем, не знаю, что тут происходит в кредитной компании. Они, видно, делают какой-то промоушен, не знаю. Но когда я оплачивала свой счет, женщина сказала, если вы хотите пиццу, пиццу у нас там бесплатный. Вот, видите, такой трейлер. И можно бесплатно взять пиццу. У меня сегодня хлебный день как раз. Я даже задумалась. Ну что, вышла я. Отдышать можно. Надо включить кондиционер. Морозная, капец, друзья. Там две молодые девушки, которые работают в этой кредитном, в этом банке. В общем, выдали мне санитайзер с их инициалами, их компании. И билетик. К сожалению, я могла взять только на себя санитайзер, пахнет ананасом, очень прикольно. В общем, это Андолини пицца называется, никогда там не была. И заказала какую-то такую интересную пиццу. Мне же сегодня можно хлеб, но нельзя мясо, да? Но не хотелось просто сыр. Так что эта пицца здесь у нас с помидоры, свежий базилик, сыры и... соль. Интересно. В общем, и дали бесплатную кока-колу. Так что всем приятного аппетита, кто ест. Вкуснота. После вкусного обеда по закону Архимеда надо ехать домой и кормить свою семью обедом. Главное, мама энергию получила. Или всех послать за это самое, за пиццей. Там семья была, черно-белая пара и 5 детей, и им всем дали. Ну как, в общем, если вы присутствуете, вам дают купон на каждого человека. Так что, только я думаю, что Дэнни все-таки не решится брать еду от кого-то. Хотя, говорю, там сразу и санитайзер давали. Я в маске стояла, ну, короче, я не в масках, в перчатках, конечно, ну, ладно. Я поела с удовольствием, еду домой. Кстати, хотела показать, вчера муж открыл бутылек, самый первый, который мама собрала. Я его законсервировала где-то неделю назад, открыл, уже ест, прикиньте. А это с прошлого года, этот с церкви, он есть не хочет, который мы собирали с церкви, огурчики не такие крутые, как эти. В общем, мы за рулем с Джульеттой. Ну как, она за рулем, я смотрю. И мы едем. Я позвонила в тот магазин, который я вам рассказывала, да? И, ну, у них нет вот этого Miraculous украшения, но есть какие-то украшения для Божьей коровки. Может, это Божья коровка, супергерой Слода. И костюм есть. Так что мы решили поехать все-таки купить. Я уже типа уговорила Тринку на что-то другое, и тут нашли это. Ну ладно. И мама только что позвонила и сказала, у нее одна из хороших подруг, ее дочь работает в больнице. И работала она недавно с пациентами с коронавирусными и заболела. Так что, ну, надеемся, что все будет хорошо у всех. Понимаете, просто я не думаю, что мама виделась недавно. Главное, чтобы у них все здоровые были там. Просто девочка моложе меня, которая заболела, а мама ее примерно возраста моей мамы. Может, немножко моложе. Ну, надеемся, что все хорошо. Короче, Джульетта припарковалась хрен знает где опять. Сзади этого здания. Вот это... здание достаточно большое. Идем, идем, посмотрим, что же там есть. Еще вот такой костюмчик. Но насчет этих тарелочек я не уверена. Тут
не совсем то, что мы имеем в виду. Так что не знаю. Не совсем это похоже на супергероя. В общем, огромное-огромное место. Тут, конечно, Eagles играют, не знаю, меня тут заблокируют. Разные тематики. Тут, видите, уже день благодарения вам. Тут там Хэллоуин, тут вам день независимости. Все-все-все. Огромное место, огромное. Я вам показывала, да, снаружи, какое большое место. Много. Вот день Патрика. Много чего, всяких украшений, но не то, что мы ищем. Ну ладно, я довольна, хоть костюмчики. Правда, вот этот костюмчик стоит $35. Ну, пусть. Заодно мы припарковались тут около Иерусалимского маркета. Хочу посмотреть, что тут есть. В прошлый раз мне муж здесь что-то покупал. Мне сказали, что это все арабское. Все равно здесь копченая селедка была прикольная. Это продается болгарский белый сыр. Какие-нибудь стаканчики, там как у нас когда-то. Интересно, посуда всякие, эти куртки для охоты, да? Я не знаю, как ими пользоваться, все равно. Здесь много интересных, красивых посуды. Шампура для чая, сервизики. Много разных чаев, цейлонский чай, Earl Grey, разные травяные чаи, зеленый. Ну, турки знают в этом дело, или арабы. Что-то я сразу турка меня позвала. В общем, я многого не покупала, потому что не знаю, что покупать, знаете, так с бухты-барахты. В общем, рыбу копченую купила, селедку копченую. И эта рыбка 3,17 стоит. Такую вафельку шоколадную и такую вафельку шоколадную. Ну и все. В общем, мы решили все-таки пойти и насладиться. Вау! Нет! Атмосферой, книжной атмосферой, кафе, бла-бла-бла. Поехали в Barnes & Noble, только не тот, что вчера мы были, а тот, что около Walmart'а здесь. Приезжаем, эти заразы, в 5 закрывается. Я думаю, ну до 6 у нас время есть, они в 5 закрылись. Так что мы хотим все-таки съездить в Walmart, посмотреть, если там есть какие-либо еще декорации. Игрушки надо купить, какие-то подарки. И будем возвращаться домой. Так что ждем своего зеленого цвета. Короче, мы в Walmart. Хотела узнать, если у них торт делают такой. Короче, купили мы просто вот такой торт и красный крем. Будем пытаться сами делать для нее тортик из для такая, ну, типа Леди Баг. Посмотрим. Ну, короче, здесь то же самое. Вот здесь. Of course. Я вижу красное. А, что это такое? Это той истории. Или мини-маус думала. Нет, не то. Нету. Ну, задали задачку нам. Это надо, понимаете, это надо было заранее думать. Надо было заранее теребить, чтобы можно было заказать. Ну так. Ни фигушечки здесь нет. That's fine. Oh my gosh, what's the word? Okay. Короче, мы в игрушках, мы пытаемся найти что-то. Miraculous. Короче, смотрите, что я понакупала. И красные тарелки, и фондант, или как это называется? А, yes, тарелки, yes. Она узнала, услышала тарелки. Короче, будем... Я говорю, ну, Джульетта, по крайней мере, завтра нам точно скучно не будет. Мы будем готовиться. Короче, в Walmart я разочарованная. Совершенно ничего нету с Lady Bug, с этой Miraculous. Вообще.
Мы надеялись на какие-то фигуринки, чтобы на это поставить. Ну, будем придумывать сами что-то. А, елы-палы, елы-палы. Вот Тринка. Захотелось ей что-то такое, чего нету. Тринка хотела. Вот, мы купили красные чашки, черные плошки. Я занавески малому купила. Фондент. Потом куклу Alive, которая сама ест. Тринки на день рождения. Потом Барби, которую она хотела, по идее, я не знаю. Тарелки такие. Не нашли мы черного с днем рождения, будет золотое. Скатерть красная. Торт будем сами пекти. Ну, в общем, как-то так. И вафельки. Джашику понравились. Тринка хочет попробовать. Очень тоненькие, но вкусненькие. Хотела вам показать вот этот огурец, который помирать собрался. Я ему сказала, вот помрешь, тогда я тебя выру. Смотрите, оклюкивается. Думает, ладно, не вырываешь меня. Похоже, придется мне жить. Стебелек сильный стал. Не знаю, если что-то вырастет отсюда или как. Но пытается что-то делать. Воскрес. Вот мои красавцы. Ладно, иду поливать огород. Помидорки мои пока все зеленые. Ничего пока не спеет. Это надо не забыть завтра маме отвезти. Я маму везу к дантисту завтра. Вот. Это мои самые первые помидорки. Все еще висят. Пока цвет не меняет. Ну, у меня то тут, то тут, то там, то сам. Такая громадина. Пока... Скоро будут помидоры. Пока так ничего нету, чтобы прям взять, собрать. Видела я еще, не помню где, но где-то я огурцы еще видела, которые я, думаю, завтра снимать буду. Вот один маленький. Я завтра его снимать еще не буду, но есть. Так, понемножку. Туда, сюда, смотрю. А вот. Вот он красивый. Завтра. Видите? Можно и уже снимать. Ну, завтра еще больше будет. Там еще ночку ему подрасти немного. Ой, красота. Красота. В общем, поливаю свои огурцы. Помните, как я вам сказала, как это я толстенького такого не заметила. Был такой сюрприз у меня. Огурец, да? И на том же месте, где этого толстенького не заметила. Смотрите, я этого не заметила. Как я не могла этого не заметить, когда я тот заметила. Короче, знаете, есть игра «Найди кота». По-моему, «Найди огурец» еще круче игра. Короче, три огурца у меня в это сегодня. Срываю. Я не буду давать ночью расти. Для меня как раз отличный для консервации. То, что надо, когда он еще не сильно растолстевший. Красавец. В общем, насчет дня рождения Тринки, я не совсем уверена, как это все будет получаться. Потому что бассейнов нигде нет. Нигде нельзя найти бассейны. Ну, разве что в специальных местах, где продают только бассейны. Но там, конечно, все такие крутые, дорогие. Они... такое, что можно, там, скажем, от 100 до 300 долларов купить. Там такие, которые, знаете, за 1000 долларов, конечно, на это мы пока тратиться не можем себе позволить. Так что понятия не имею, что будем делать. Да я говорю, ну, я сделаю водную горку. Я говорю, ну, это уже не особенное, это уже как бы было. Хочется что-то особенное для нее. Я думала, что к ее дню рождения карантин у нас уже перестанет быть, а не перестает. У нас повышаются числа больных везде. Типа как карантина нету, но тем более Тринити мы, конечно, оберегаем. Ладненько. Огород полила, огурец нашла. Иду я вовнутрь, уже у нас 9 час. Сегодня мы смотрим второго Капитана Америку. И, в общем, буду я прощаться с вами. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписки и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч. Bye-bye.